Слушай, надо что-то придумать с этой петличкой. Всем привет, дорогие друзья, с вами Митяхэд, канал Читмил. Доставайте ништячки, присаживайтесь поудобнее и давайте начинать. Сегодня мы с вами выясним, какое комбо в KFC самое выгодное, а также расскажу вам, как покупать те продукты, которые не по акции, ни новинки, ни комбо, ни что-то еще, со скидкой 30%. Погнали! Я всегда парюсь с этими штуками. Ланч баксы. 250, 200, 300. А где? 5 за 150. Слушай, я прощелкал прям абсолютно все вот эти вот позиции. Вот в ланч баксе их нет, есть только за 300, за 250 и за 200. Ну вот там нет. Видимо, они еще раз не добавили ее в терминал. На кассу пойдем. Новинку еще не успели добавить в терминалы, поэтому ее можно заказать либо в приложении, либо на кассе. А я вам сейчас расскажу по каждому заказу, как экономить до 30%, точнее нет, 30% на всем, что не входит в комбо, в купоны и соусы. Скачиваем мобильное приложение KFC, авторизуемся по номеру телефона, добавляем все в корзину и применяем промокод, который появится сейчас где-то внизу экрана. Он действует до 30 сентября включительно, но если вы вдруг не успели, то в описании под этим роликом есть ссылка на Telegram-бот. Там скидки на все, что угодно, так что обязательно подписывайтесь и экономьте. Слушай, ну не густо. С виду небольшой комбо. Что не так? Третий раз снимаю. Ладно, смотрите, выглядит это неказисто, но в принципе, что мы ожидали за 150 рублей? Давайте посмотрим, что тут есть внутри, что нам положил KFC. 3 наггетса, 2 крылышка, 2 стрипса и, в общем-то, картошка, напиток. И я даже не припомню, чтобы я так выгодно когда-то еще ел. Но давайте посчитаем, потому что цифры никогда не врут. Из всего, что есть в этом комбо, я нашел только маленькую картошку. Приложение стоит 50 рублей. Как посчитать все остальное, я, честно говоря, даже не представляю. Потому что стрипсы, крылья, так где это все. Вот, все это продается либо ножки по одной, ну, а все остальное минимум по 3. 9. Каждый, кто хотя бы раз бывал в KFC, и каждый, кто хотя бы раз пытался как-то сэкономить, знает, что есть такая позиция 2 крыла, 2 стрипса по 50 рублей. По-моему, так и назывались, хиты от Сандерса по 50. В хитах от Сандерса их нет, но это точно рабочая тема, и она точно есть. Значит, у нас получается 2 крылышка, это 50 рублей, плюс 2 стрипса, еще 50 рублей, уже 100 по наггетсам. Наггетсов можно купить 29, либо 6. Ну, 6,69, соответственно, делим на 2. Уже получается 184,50, и у нас еще остается напиток, но мы уже в плюсе. Напитка 0,3. Почему-то в меню нет, есть только минимум 0,4. Стоит он 69 рублей. Я не буду делить вот это вот по 100 миллилитров, потом учитывать, сколько будет стоить 0,3, потому что это никогда не сойдется. Ну, это считается как-то по-другому. Напишите в комментариях, насколько я ошибся, но в целом получается плюс 69 рублей. В итоге у нас получается 253 рубля 50 копеек, что на 100 рублей. На 100 рублей. Выгоднее, чем если покупать все это по отдельности. 150 рублей умножаем на 100%, давайте вспоминайте школьный курс математики, я уже забыл, как это называется, и делим на 253,50, получается почти что 60% экономия. Кроме того, специально для вас мы посчитали, сколько можно сэкономить на других трех комбо. За 200, за 250 и за 300. 5 за 200, 5 за 200. Начинаем с самого популярного. 5 за 200, экономим 137 рублей. Тоже очень и очень круто. 5 за 250 мы экономим 147 рублей. Где-то сбоку я вам вставлю. 5 за 300 – 156 рублей. Таким образом, получается, что 5 за 150 и 5 за 300 – самое маленькое и самое большое комбо – оказываются самыми выгодными. У нас... 2 за 50 уже давно нет. Как нет? Оно всегда есть. Если вы настолько стесняетесь спросить 2 за 50, то давайте пересчитаем, как это будет, если просто вот тупо взять и посчитать то, что есть в меню обычно. Хотя вы все равно не сможете купить 2, если их минимум 3. Начнем со стрипсов. 3 стрипса стоят 119 рублей. 119 разделить на 3 получается 39,66 за 1. Умножаем на 2, получается 79 рублей. Слушай, ну если считать так, то это будет просто космическая выгода. 3 крыла стоят 134. Это 89 за 2. 6 наггетсов стоят 69. Делим на 2. 34,50 плюс 79 за стрипсы. Плюс 89 за крылья, плюс 50 за картошку и за напиток. Ну, давайте оставим также 69. Получается 321 рубль. Больше, чем 50% скидка. Сколько? Процентов 60? 70? Могу наконец-таки поесть.
все по-честному посчитал. Короче, если у кого-то есть какие-то еще сомнения, то пишите в комментариях, ну или пересчитайте сами, сколько у вас получилось. Потому что я посчитал двумя разными способами, и это по-любому получается выгодно. Конечно же, 5 за 300 получается чуть-чуть выгоднее, буквально на пару рублей, но в целом тратить 300 рублей на перекус KFC или 150, да, когда тоже можно поесть, это большой-большой вопрос. Поэтому жду от вас в комментариях, сколько вы обычно тратите на перекус KFC? 300, 150, 500, 1000, 1500, 2000, давайте, кто больше. И не забывайте, если вы хотите сэкономить, то в описании под этим роликом есть ссылка на бот в Телеграме со скидками, и там есть скидки на все, что угодно, и они обновляются каждый месяц. Так что подписывайтесь. Ну а в следующем видео, которое появится сейчас вот прям вот здесь, вы можете посмотреть новиночки Макдака. Я вам честно скажу, они меня удивили.